Акция «Собака-обнимака» всероссийская. В Перми проводится уже 5-й раз. На следующий день после предыдущей акции приют «Доброе сердце» пристроил 3 щенков. Однако всего в таких учреждениях Перми и Пермского края содержится около 3000 бездомных кошек и собак. Как отмечают руководители приютов, Пермь – один из самых доброжелательных городов по отношению к бездомным животным. Сегодня в театральном сквере собрались неравнодушные владельцы собак со своими питомцами, чтобы внести свой вклад в полезное дело. Здесь порядка 60 собак, они распределены по всему парку, любой может прийти пообщаться, пообниматься, сфотографироваться с собакой, узнать получше породу, и многие, вот узнавая особенности породы, потом приезжают в приют, потому что понимают, что породистая собака – это сложно, и это зачастую дорого, а в приюте огромные преимущества, то, что животные уже стерилизованы, привиты и социализированы. Познакомиться можно было с собаками более чем 15 пород. Среди них лабрадоры, шелти, спаниели, доберманы и даже тибетские мастифы. Хаски по кличке Сильвер участвует в акции уже 2-й раз, несмотря на то, что ему только 10 месяцев. Им вполне комфортно, плюс они очень любят общаться, мы очень любим детишек, ну и социализация для собаки. Всего акцию посетили более 2000 человек, а после завершения мероприятия вся собранная помощь отправилась в приюты для бездомных животных.